Всем привет, с вами Кирилл Саакаст, и сегодня у нас Marvel Strike Force. Сегодняшнее видео будет опять посвящено у нас темному измерению, а именно его прохождению. Так что давайте начнем. Давайте посмотрим, чем вторая точка нас может удивить. Как видите, у меня сразу есть заряженные ульты. Тут на этой точке сразу Пантера просажен в пол хп. Это я сделано, я думаю, специально для того, чтобы сразу был автотаунты у охранников щита. Поэтому, конечно, неприятно, но не критично. Конечно, основная проблема — это Человек-муравей, как ни странно может показаться, потому что Человек-муравей очень неприятный герой именно в темном измерении за счет того, что у него есть массовое замедление, а именно в моем пике это большая проблема, потому что ни один герой не может у меня никак снимать именно это замедление. Как видите, стартовый урон прям очень большой, у нас сразу выносит одного героя. Воскрешать, к сожалению, не могу, потому что у меня все на лоу хп были. Такой получается бурст хороший, потому что идет минус армор от Человека-паука, плюс сразу очень большой такой урон получается от Черной Пантеры, потому что идет минус армор, он просажен под увеличением атаки, то есть сразу так бурстит. Взял я шторм, буду дальнейшие все точки проходить со шторм. Конечно, минус пока именно то, что у меня сейчас шторм, именно на стартовой игре, потому что, точнее, у нее нет стаков, то есть нужно набрать ей стаки, чтобы она максимально могла использовать свое второе умение. То есть нужно набрать 15 стаков и использовать только второе умение. Как видите, просто вынужден я сейчас кидать замедление, потому что не с расчетом на стан, а именно просто замедление. Потому что мне нужно немножко уходить такой в сейф, потому что хп сильно я просадил, персонаж замедленный, минус армор висит, то есть нужно как-то именно откдешивать мне ульту Минеру. То есть нужно как-то переживать это дело. Как раз мне, получается, шторм немножко поможет с этим. Еще, конечно, неприятен Vision сам по себе, потому что блокировка умений. Но это, конечно, не критично. Все равно неприятные, конечно, таунты. Их не пройти. У меня из эффектов, которые могут снять, это только Капитан Америка за счет своего щита. Но, как вы понимаете, откат там довольно-таки длительный. Конечно, Человек-муравей крови много попьет на всех точках, потому что массовое замедление, блин, очень неприятно получается именно против моего пика. Поэтому старайся, естественно, фокусить его по максимуму. Плюс еще у него блокировка умений, тоже неприятный эффект. Ну, как видите, стартовый урон мы переживаем. То есть на этой точке такой неплохой бурст урон. Да, до магеров не пройти, потому что есть два охранника щита. Благо, они пока не совсем тут такие плотные, довольно-таки слабые они, в том плане, что и по мощи они слабее. Как видите, у них 46 тысяч, тут на точках чуть посильнее есть персонажи. Еще, конечно, из неприятных героев это именно вот этот страж руки, потому что массовый инвиз, конечно, это неприятно. Плюс лейтенант, который будет давать массовую скорость, то есть ускорение и увеличение атаки. Конечно, ускорение на этих точках — это тоже такой неприятный эффект именно против нас, потому что, ну и не только против нас, против всех, потому что когда, допустим, Человек-муравей замедлит на все наше пати, а лейтенант все это дело ускорит, то есть вы сами понимаете, это будет разница большая в скорости, наши персонажи будут ходить по одному разу, мои враги, получается, будут ходить по два раза, то есть это, естественно, большой минус. Поэтому нужно резать таких героев, именно пытаться их фокусить. Основной, конечно, упор я стараюсь не делать на дамагеров, но именно получается за счет того, что постоянно ультует у меня енот. Ну, не постоянно, он ультует, когда по возможности, плюс Минерва постоянно использует свою ультимативную способность. То есть, конечно, дамагеры падают, и за счет этого, конечно, потом я их добиваю. Но стараюсь фокусить, как вы понимаете, именно ключевые таргеты. Ну, как видите, вот лейтенант бафает, то есть все патит ускорением, то есть тяжело добраться до героев-то каких-то. Но благо ульта быстро откдешивается, тут, конечно, я смотрю, стоит ли ультануть, потому что все-таки есть ворот противников, то есть это, возможно, минус ульта будет. Конечно, Капитан Америка довольно-таки неплохо себя показывает на этих точках, как видите, вынуждены опять использовать шторм, потому что у меня ульта Минера в откате, то есть нужно как-то переживать все это дело. Конечно, поначалу, когда я брал шторм, все-таки с задумкой, что будет темный феникс, то есть потенциально пак хотел так усилить, и плюс еще ресы были на нее.
Но вначале пробовал играть на первых точках через ее ультимативную способность. Понял, что это совсем неэффективно, хоть цифры, конечно, там вылетают такие приличные при фулл стаках, и когда еще енот случайно дает усиление атаки, то есть там цифры такие вылетают приличные. Но для темного измерения эти цифры, конечно, все равно смехотворные получается. Как видите, опять выходит новая волна, то есть опять неприятные герои. Как видите, все время выходит черная пантера, у него меньше пол хп, то есть он сразу получается с зарядом готовности, то есть будет сразу по всем сильно бить. Конечно, черную пантеру нужно выносить, потому что он с первой своей атаки может еще замедлять, то есть это, конечно, неприятный тоже момент. Конечно, точка не самая опасная, в том плане, что урон у нее есть, такой именно стартовый урон, но не критичный, то есть его можно переживать. Много, конечно, деф-героев, то есть сами видите, два капитана, два охранника щита, то есть потом Vision, который дает усиление защиты, тут много техников, плюс страж руки, то есть неприятная точка, но не самая такая серьезная. Есть точки намного более опасные, дальше, конечно, вы увидите это все сами. Стараюсь, конечно, я, как видите, по максимуму использовать ослепление от Звездного Лорда. Конечно, это нужно в первую очередь для того, чтобы просто заливать энергию. Даже, честно говоря, думал прокачать Капитана Америку второе умение, то есть щит его. Там будет сейчас у него работать как? То есть с шансом он 1-2 энергии там распределяет по пати. А если прокачать записинки, там будет от 1 до 3. То есть, конечно, шанс не самый, конечно, крутой, все-таки 1-2, 1-3, но это одна энергия, она всегда, вроде, конечно, выглядит не так круто, но если на нужного героя она прокнет, это, конечно, всегда приятно, но не стала прокачивать, пожалел апельсины, все-таки апельсинов пока не так много именно есть, потому что если будет выходить новая пачка, как, допустим, Люди Икс, то есть полностью пачку прокачать, там нужно будет просто куча апельсинов, потому что на каждого героя, скорее всего, по одному, по два умения надо будет туда вкидывать. То есть, сами понимаете, сейчас даже если у меня есть 1000 апельсинов, они сразу там половина, минимум просто сразу уйдут. Потому что даже если брать по какой-то ключевому таланту, то это все быстро уйдет. Как видите, приходит Дэдпул на этой точке. Дэдпул, конечно, не самый опасный. Много так раздает урона, но в большинстве случаев я игнорирую этого персонажа. Потому что урон уроном, а Минерва весь урон выхилит. А вот контроль не снять. То есть, Человек-пауки, как видите, просто по КД замедляют, приходится тут как-то все это в АУЕ раздавать. Пытаюсь тоже зафокусировать, хоть Капитан Америка, конечно, не самый правильный такой таргет, но за счет того, что он дает просто массовый армор, и сложнее все это дело пробивать, поэтому стараюсь по максимуму фокусить в АУЕ. Как видите, блокировка умения, то, что я вам говорил, замедление блокировки умения, это, конечно, неприятные эффекты, то есть я сейчас не смог воскресить, это, конечно, минус. То есть на этой точке, получается, мои персонажи часто стоят просто в слоу. Был бы у меня Грут, допустим, вместо той же Шторм, этого, конечно, бы не было. То есть и мои враги были бы замедлены, потому что на Груте была бы пассивка на замедление, когда его вкусят. Сейчас, конечно, мне тут повезло немножко, потому что Человек-паук застанил Лорда, поэтому я могу воскресить. Конечно, на точках есть такой небольшой рандом. Сейчас я не тратил именно заряды со Шторм, потому что ульта у меня есть, у Минервы. То есть такая ситуация не критичная, в том плане, что я могу сейчас ультануть, то есть отхилять весь дамаг, который мне сейчас нанесли. И все-таки заряды нужно уже думать, успею ли я набить полные заряды на следующей точке, точнее до следующей точки. Остается всего 6 врагов, то есть еще одни техники приходят. Получается такое неприятное, конечно, вот это много человек-муравьев, много человек-пауков, то есть всех этих таких насекомых получается в том плане. Но дальше остается дело за малым, то есть нам нужно сейчас вот это пережить, вот этот бурст, который сейчас идет, потому что минус армор, слоу. Сейчас вынужден я тратить все-таки... Как видите, стан и замедление. Именно там, как видите, все-таки крутой вот этот получается эффект. Стан плюс замедление. То есть нужно именно ловить момент еще определенный. Не всегда можно просто так тоже завязать это умение.
Бывают, конечно, критические ситуации, когда нужно просто юзать, чтобы хоть как-то пережить именно такой бурст. Но в большинстве случаев нужно ловить момент, когда полоска шкалы скорости будет у врагов хотя бы наполовину. Потому что если у них будет полоска почти, почти набрана, то есть, допустим, мы застанем и замедлим, и просто этот эффект быстро спадет. В идеале, конечно, чтобы шкала скорости была на минимум, потому что иначе максимальный эффект от замедления продлится. Тут, конечно, сейчас буду вкусить по максимуму дамагеров, потому что лейтенант, конечно, будет ускорять, но толку от ускорения, когда да, просто урон никто не сможет вливать. Сейчас моя основная задача — это максимально минимизировать урон, в том плане, что нужно оставить все ключевые обилки на следующую точку, потому что нужно понимать, что на каждую точку нужно приходить просто с фулл умениями. То есть нужно набрать 15 стаков на шторм без отката второго умения, то есть нужно будет понимать, что мне нужно второе умение, потому что после Минервы будет такой просто окно, когда я буду уязвим, потому что без хила персонажи могут быстро упасть на этих точках, потому что хоть если на первых точках урон не такой ощутимый, то на каждой следующей точке, там за счет кровотоков от всяких там веномов, от урона с сорвиголовы, там просто будут цифры, конечно, вылетать уже серьезные. Даже здесь, конечно, чувствуется урон, но он пока не такой критичный. Все-таки шторм просто за счет того, что она просто с лоу хп на фулл хп выхиливает, это, конечно, сильное такое получается. Да, конечно, без Минервы, я думаю, было бы тяжело все это проходить, потому что начал это, я помню, без Минервы, то есть проходил со шторм и с морда. Конечно, там все это было плачевно, но быстро я как раз набрал именно ресурсы на как Минерве, чтобы прокачать ее. Потом стало все намного, естественно, проще. Как видите, просто сейчас бью первым умением, стараюсь по максимуму настакать все умения, то есть все у меня не в откате. Буду на следующую точку приходить я с полным боезапасом. Как видите, вторую точку закрыл. Ну вот мы и закрыли с вами вторую точку. Как вы могли увидеть, вторая точка такая, получается, есть начальный бурст урона у нее, но ничего такого критичного. Как видите, опять я Альтрона не бил, то есть времени не было. Как три атаки остались, так и остались. Не знаю, сегодня, может быть, если успею, пробью. Если не успею, то, к сожалению, не пробью. Следующая точка у нас, получается, идет... Это Ник Фьюри, тоже ничего такого сверхкрутого, но для общего понимания именно как и какие миньоны появляются на этих точках, конечно, для ознакомления это будет полезная для вас информация. Оставляем пока в таком формате эти видео, потому что я почитал в комментариях, большинство ставят именно полностью прохождение, без перемотки. Посмотрим, если надоест, будем как-то мотать, пробовать как-то по-другому действовать. Еще сегодня будет у нас обновление, получается, не знаю, успею я до обновления выложить это видео или нет, успеет ли оно обработаться, может быть, еще успею записать на обновление новое видео. Поэтому не забывайте подписываться в группу ВКонтакте, ставить лайк, естественно, каждый лайк ускоряет дату следующего видео. С вами был Кирилл Саакаст, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем удачи!